Развитие цифровой сферы, инициативы IT-сообщества обсудили сегодня на совещании во Дворце независимости. В Беларуси может появиться новое учебное заведение. Займется оно подготовкой кадров для компаний, работающих в цифровой сфере. Президент Александр Лукашенко отметил, что такие термины, как информатизация и цифровизация, должны быть понятны всему населению Беларуси. Более того, актуален вопрос внедрения электронного правительства. В ближайшее время пройдет большое совещание по всем вопросам цифровой трансформации страны. Новый центр производственных технологий открыли в автомеханическом колледже Минска. В нем будут готовить специалистов для работы на белорусско-китайском предприятии МАЗ Вичай по выпуску двигателей. В строительство центра инвестировала китайская сторона. Новые технологии будут изучать не только студенты колледжа, но и специалисты сервисных центров стран-покупателей белорусского МАЗа. Планируется создание такого же центра по коробкам передач. День матери отмечают сегодня в Беларуси. По традиции, накануне праздника женщин, которые родили и достойно воспитали 5 и более детей, награждают орденом матери. Сейчас в стране это почетное звание более чем у 9500 мам. Президент Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Глава государства адресовал им самое искреннее пожелание крепкого здоровья, мира и уюта в доме. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ценят труд многодетных матерей и выразил особую благодарность женщинам, чьи дома стали родными для усыновленных или взятых на воспитание детей.